Хей, друзьяшки, успейте поставить лайк и подписаться на канал за 3 секунды, если вы хотите бесконечные каникулы. Раз, два, три! Ну что, друзьяшки, всех приветствую, с вами я, Жабка, и мой подписчик Тейлз. Ну и сегодня мы с вами будем убегать от злого Бруно. Это какой-то, получается, учитель или какой-то странный человек? Вот это я, к сожалению, не понял. Ну и сегодня наша задача, конечно же, сбежать от него. И он нас привез в какой-то закрытый лагерь. И это все в игрушке под названием Roblox. Всем здорово. Ну что, Тейлз, получается, нам надо как-нибудь отсюда выбраться. Погнали по стрелочкам, значит. И вы, друзьяшки, обязательно напишите в комментариях, если вы хотите побольше Роблокса, потому что для меня это на самом деле очень-очень важно. Потому что все брик, да брик выходит. А тут у нас Роблокс очень редко выходит. Найдите лом. Так, ну давай найдем какой-нибудь лом. В этом лагере стопудняк должен быть лом. Если ты его найдешь, то сообщи мне, пожалуйста, окей? Так, пока не вижу. Я тоже пока что не вижу, но мне кажется, он где-то за камнями или в кустах вообще, или в самих палатках. Посмотри по палаткам, а я тут по кустам побегаю. Лома вообще нету, лом! Лом, ты где? Блин, неужели нас заскамили и никакого лома нету, и мы тут застряли навсегда? Погоди, тут есть какой-то мост. Может, нам туда вообще? А нет, его открыть вообще не получается. Не-не-не-не-не-не-не. Видимо, в лагере у нас находится ломик. Давай посмотрим, что тут люди делают вообще. Куда они бегут? Так, следим, если что, за этим чуваком. Может, он нас приведет куда-нибудь? Не, эти ребятки вообще не понимают, видимо. Или можно каким-нибудь лайфхаком воспользоваться? Не-не-не-не-не-не, это так не работает. Видимо, нам нужно с тобой двигаться... Вон он лежит, смотри. А, вон он где! Как я его не заметил? Все, я его взял. Побежали, побежали, Тейлз. Подожди, у меня залагал этот чувак или у тебя он нормально бегает? Завис. Завис? Все, ладно, побежали дальше. Коробки, 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 и получается, нам надо сделать с тобой мост. Ой, да это легко, слушай, дружище. Нет, с одним так не сработает. Я тоже так думал, но нет. Поочередненько, аккуратненько собираем мостик. Что, Тейлз, подожди, а у тебя эти коробки видны или нет? Погоди-ка, погодите. А, нет, это так не работает. Тейлз, за что? За что ты меня скинул, блин? Ладно, это легко. Друзьяшки, это даже очень-очень легко. Вот и все. Подожди, подожди, тихо-тихо-тихо-тихо. Все, я прошел. Давай, Тейлз, я тебя жду. Все, Тейлз, красавчик, добрался. Не, погоди, ты куда попрыгал? Смотри, лайфхак. Тейлз, лайфхаки же есть, смотри-ка. Это не лайфхак, это просто закрытая текстура, понятно. Ну ладно, сейчас я тогда тебя догоню обязательно. Опа, и куда мне? Фух, тут. Дальше какая-то горочка, ну поскатились, покатались немножечко. Ой, а что там за Мишка, слушай? Может по приколу к нему подойти? Потому что у него там есть какой-то ключ. И на всякий... ё-моё! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Нет, я к нему, пожалуй, не побегу, потому что это скример. Слышит Тейлз. Умно ты поступил, то что ты не побежал к нему. Ладно, сейчас догоню тебя. Ну хотя бы спасибо, что ты ожидаешь меня, самурай Тейлз. Какой-то дом на дереве? Ну по-моему да, слушай, домик на дереве, где находится этот Бруно? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Понятно. Мы оказались в его ловушке. И видимо нам надо как-нибудь сбежать отсюда. Какие-то химикаты тут. Какая-то злая лаборатория, что ли, его. И придется нам угадывать с тобой цвета, что ли? Так, ладно, си... Я тебя тоже взорвал? Нет, я не ту выбрал тоже. А ты какую выбрал? Зеленую. Зеленую, я синенькую. Значит, нам в красную, да? В красную дверку! О, все. Еще испытание. Сколько много химикатов. Ну, побежали, побежали, Тейлз. Скоро, видимо, мы будем с тобой сражаться против этого Бруно, что ли? Не, ну вот этот вот режим на самом деле сделан прикольненько. Уровни разные. Знаешь, в некоторых режимах есть такие, ну, одинаковые этапы. Тут прям детализация прям на супер, да? Ну да.
Опа, опа, он побежал уже за нами. Ой, осторожно, осторожно, Тейлз, бежим, бежим, бежим от него. Я вначале эти стрелки, к сожалению, не заметил, но ладно, побежали. Давай, Тейлз, мы справимся, побежали. Найдите ключ и бегите к красной двери. Ну, ключ мы уже нашли, поэтому давай, Тейлз, берем его. Все, взял. И, походу, нам на лестницу или куда? Опа, а, чуть не поймал меня. Фух, это было на грани. Погнали, погнали, погнали. Снова лестница. Видимо, снова нам на нее. Давай. Или ты хочешь по стрелочкам чисто пойти? Давай я буду вот так вот ходить. Может, что-нибудь да найду. Нет, тут ничего нету. За тобой побегу, за тобой, за тобой, за тобой. Бегу, 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 бегу. Тейлз, как у тебя дела? Нормально. Нормально? Что-то ты какой-то грустный. Да не. Все хорошо у тебя? А то не знаю, какой-то грустный. Потому что у моих подписчиков... Всегда должно быть хорошее настроение. А тут у нас пилы. Так, ребятки, пробегаем их. Пробегаем. Довольно-таки легко. Хотя чуть не задело меня. Давай, Тейлз, дожидаюсь тебя. Опа, давай, Тейлз, погнали. Наконец-таки ты меня догнал. Слушай, а тут лайфхаки есть. Ты что, не знал, что можно на верхушке прыгать и сразу же оказаться наверху? Я вообще-то так и делал. А, делал так, но я не заметил. Ладно, поехали, побежали. Довольно-таки легко. Снова выбор. Слушай, the right pipe. По правой, ага. А, по всем правым, что ли? Эх, ладно. Один разочек мне повезло. И Тейлз, хорош, угадал. Лучший. Мы уже на 15-м испытании, ничего себе. А люди только на 4-м и пройти не могут. Да ладно. Видимо, считают этот режим очень-очень сложным, да? Да легкотня. Да вообще легко, я согласен. Передайте лаву и радиацию. Что? В смысле передайте? Ну ладно. Перевод, конечно, кривоват. А мы все бежим да бежим, бежим да бежим. Вообще спидранеры, слушай, с тобой какие-то. Ой, тихо, блин, тоже задело меня. Только сказал то, что все легко, но не тут-то было. Ух, тихо. Спокойно, спокойно, игра. Слава богу, меня не задело. Ой, а тут сложновато, кстати. Давай, давай, давай. Ой, тихо. Тут и запутаться, кстати, можно. Чуть не запутался. Фух. Все, пробежали с тобой. Два спидранера проходят режимы в Roblox. Так, давай, 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 скатываемся. Неужели еще жестче испытания нас ожидают? Да, наверное, будет все же посложнее, но о, не знаю. О, смотри, это ты, Тейлз. Тейлз, иди сюда. Это ты или нет? Похож. Похож, да? Такой же качок. Бородатый. Ё-моё! Я в него вселился, что ли? Капец, он меня испугал. Ё-моё! Я думал, он не нужен тут. А мы его освободили, оказывается. Но перепугался я знатно. Тут же никого больше нету? Не, больше никого нету, Тейлз. Не увидишь никого. Побежали дальше. Какая-то дверка и шипы. Ну, тут пройти легко вообще. А тут как? А, тут легко. Тут главное не попасть в этот лазерочек. И довольно легко пройти. Фух. Вот я эксперт, конечно. Давай, Тейлз, ты сможешь. Тейлз, давай. А, ты сделал так, а я посередине прыгнул. Какие-то... Шарики, печеньки, что ли, падают? Или что это? Ай, блин, упала. Упала на меня печенька какая-то. Я не могу понять, что это. Или это баскетбольные мячи? А, подожди. Можно было сбоку пройти. Что я туплю-то? Точняк. Вот если что, друзьяшки, если вы будете играть в этот режим, вы будете знать, что есть вот такие вот лайфхаки. Погоди. Нам, скорее всего... Нет, Тейлз. Так, наверх. Мы сейчас с тобой, это... Не сможем пройти. У нас кислорода не хватит. Ладно, поплыли. Поплыли. Что же нас ожидать будет дальше, раз мы сейчас в химикатах плаваем? Неужели мы орками станем? Или халками, не знаю. Ой, чуть не задело. Чуть меня не задело. Давай, Тейлз, плыви, плыви, плыви. Мне вот удивительно, как мы так долго можем находиться в воде, в химикатах? Неужели тут есть воздух какой-то? Не знаю. Оп, давай, давай, выплывай, выплывай, я уже... А, на пробел, кстати, быстрее плывет. Я только сейчас это понял. Just run! Ой, ой-ой-ой, не ожидал то, что я сейчас ускорюсь. Ладненько. Какие-то звуки.
Радиации, что ли? О! Дядя! Дядя! Наверх иди! Иди наверх! Тут нашел... Я спустился. Я тут нашел какой-то этот... пропуск уровня, что ли? Наверху была дверка. И я что-то нашел, слушай. Вниз падать? Ну давайте, друзьяшки, вниз упадем. Так, мы спустились, давайте посмотрим, что у нас тут находится. Roblox Bunker Toxic Zone. Чего? Подожди, Тейлз, я даже не понимаю, что это такое. Это что-то типа этого? Реально пасхалки, походу. Или я все правильно сделал, и ты спустился просто так? Не, я даже быстрее мог это сделать. О, Тейлз, ты меня догнал, красавчик. Ты думаешь, все же быстрее прошел, чем я, или нет? Не знаю. Потому наверное, что я буквально да. за секунд 20 спустился до этого этапа. Ну ладно, погнали. 29-й этап нас встречает вот такими вот какими-то бомбами, точнее ежами, да? Вроде, если не ошибаюсь. Это морские мины. Ну вот, да-да-да, морские мины. Опа, о, тихо. Главное пробежать. Пробегаем, фух, тихо. Давай. Все, пройду. Еще так все кружится, прям не могу. Эти платформы, кстати, пропадают, поэтому, Тейлз, осторожнее будь. Ну, здесь я эксперт. Какие-то гаечки вообще. Ой, давай, пройди, пожалуйста. Все, 31-й этап. Давай, Тейлз, я тебя дожидаюсь. Сейчас будет у нас Джеймс Бонд. Джеймс Бонд. Ну, это довольно-таки легко мы с тобой пропрыгнем. Ничего в этом сложного тут нету. Главное его не задеть. Что же мы с тобой так быстро проходим эти этапы? 33-й этап. Сейчас уже 34-й. Ну и финальная комната, видимо, с этим Бруно. Давай глянем, может тут есть какая-нибудь пасхалочка, коробка есть? Не, она не закрывается. Ладно, давай тогда сразимся с ним. Если есть какой-нибудь лайфхак, то, возможно, мы не сможем его активировать. Давай, Тейлз, забегай. Будем с тобой вдвоем сражаться. Но то, что мы долго поднимаемся, это как раз-таки значит то, что сейчас, возможно, мы будем... сражаться против этого Бруно. Или, погоди, или мы сбежали уже. Что? Нужно на машинках кататься против этого Бруно? Гонка начнется через 3 секунды. Поехали, ладно. Вот это сделано офигенно. Ну да, но я где-то видел уже такие гонки. Ну, у нас против полицейского. Да, у нас в выпуске уже такое было, но все равно сделано довольно-таки... нормально так, нормально. И мы снова около этого домика, что? Ты выиграл гонку. И теперь забирайся на этот дом, который был в начале выпуска. Так, это лестница или что? Какой-то рычаг. Ладно, не будем его активировать. Полезли наверх. Давай. Опа. И нам нужно скатиться с тобой. Поехали. Давай. Поехали, помчали. Походу снова в лагерь. Прикол. А что в лагере нас ожидать там будет? Неужели мы вернемся в самое начало, и это замкнутый круг? Хотя не знаю, давай. Фух. Нажми на рычаг и победи босса. А, так вот что нужно сделать. Ну ладно. Сейчас мы тебя, Бруно, вообще одолеем. Вижу базуку и... Будет красотень. Красотень, конечно же. И где этот Бруно? Давай, выходи. А, их несколько штук. Я понял. Их очень много, этих брун. Злые, блин. Вандалы. Как их еще назвать можно, Тейлз? Не знаю. Просто волосатики какие-то, блин. Так, 900 хп осталось. Это 9 штук их, получается, нужно убить. Так, 7. 6, 5. Давай. Мы справимся. 4. 3, 2 и последний. Все, я их победил. Ну и, конечно же, обходными путями мы сбежали из этого закрытого лагеря. Ну и получается, я прошел этот режим за 1154 секунды. Хоть и не спидран, но все равно даже на второе место попал. Ничего себе. Ну а я надеюсь, то, что вам понравился данный выпуск. Вы, конечно же, поставили лайк, подписались на канал. Ну а с вами был я, Жабка, и мой подписчик Тейлз. Всем удачи и, конечно же, пока-пока!